Здравствуйте, добрый день. Мы с вами начинаем сегодня новые врата по книге Рава Пинкуса «Врата молитвы». То, что мы будем сегодня обсуждать, это врата, которые называются Рина. Рина можно перевести двояко. С одной стороны, это один из синонимов радости, а с другой стороны, Рина – это также и песня. То есть, если мы соединим это вместе, то получится это песня, которая мы наполняет сердце человека, когда он радостен, когда ему хорошо, когда он полон восхищения, любви, и его сердце полно. Ринаги зу килусо шель Ашем утфила лецрахав шель Адам. Адка лешуну. Вецарих лагдим это рина летфила. Что такое рина, говорит Пинкус? Это восхваление и благодарение Всевышнему. И должен человек всегда, перед тем, как он начинает молиться, сначала он должен Всевышнего поблагодарить за то, что он сделал ему, за все, что он ему сделал в жизни. И после этого будет он молиться. «Умепней зэти кнонши кнесет агдула шалош брахот решено шель тфила лесидур шифхо шель маком». И поэтому в молитве 18 благословений, которые мы говорим каждый день, первые три благословения, которые там есть, это восхваление Всевышнего за различные аспекты, которые там упомянуты. Вине Рамбан, Лхот Фила. Рав Пинкус приводит мнение Рамбама по Лхот Фила, по закону молитвы. Когда-то в одном из прошлых уроков мы говорили, что есть два различия, как видит Рамбам, в чем заповедь молитвы. Есть заповедь молитвы, но что она конкретно выражает? Рамбам говорит, что заповедь молитвы, человек, наступил новый день, человек должен каждый день молиться, независимо от того, что с ним происходит, когда с ним происходит, чего встал, он должен первым делом помолиться, и должно это один из аспектов его дня. Что говорит Рамбан, о чем мы говорили раньше, это молитва тфилы, заповедь молитвы, это когда с человеком случилась какая-то неприятность, или у него возникла потребность в чем-то, и в тот момент, когда он оказался в этой ситуации, он должен помолиться Всевышнему, попросить о том, что ему нужно в данный момент. И таким образом в этот момент он выполняет эту заповедь. Рамбам говорит, нет, независимо от того, что происходит, каждый день должна быть молитва. И он говорит так: «Хиюв мицва зу, как шие адам митханену митпальвель коль йом». Да, в чем состоит эта заповедь, что человек должен просить Всевышнего, молиться ему каждый день, умагид шифхо шель Ашем, и благодарить его, и восхвалять его, и после этого он будет просить то, что ему нужно. Шигу царих лаем бевакаша убитхина, вахарках нутен шевах водая. И после того, как он попросил у Всевышнего то, что ему необходимо, он будет снова благодарить его и восхвалять за то, что у него есть. Аля то ваше шпе альколи хадля фикохо. Да, каждый человек по мере своих сил, сколько он может, он восхвалять Всевышнего за то, что есть у него в жизни. Валихора машма, что зухелик мецем кию мецвата асе дурайта шельтвила. Да, так это форма молитвы по Рамбаму. Восхвалять Всевышнего, благодарить его, потом просить то, что то, что человеку нужно, и потом снова благодарить. Хьюб твила мускарбу тура и авуда. Теперь Рав Пинкус объясняет. По Торе, в связи с чем связана заповедь молитвы по Торе, демуван зешель авуда эйно кеньян вейтну алейну авуда каша. В Торе молитва называется служение. Но служение не в том плане работа, да? А служение на иврите то же самое слово, как работа, но не в том плане, что должна быть тяжелая работа. Элак моши вааватем эташим лукухем эн. Не работа, в смысле физическая работа, а служение Всевышнему. Коля баля абеда вода вода. Дхайну пулхан вишрут митох араха витбатлут ифнешем. Что такое служение? Это понимание величия Всевышнего и с другой стороны, понимание ограниченности своих возможностей и своей значимости. Имейно йоде умувин мазе илукут,
לכן, רק אחר שיקדים ויסדר שפחו של השם, היינו התבוננות בלוקותו התברך, אזי יהיה עסקו עסק של עבודה. Для чего нужно благодарить Всевышнего перед тем, как человек начинает молиться? Почему? Потому что если, когда он благодарит, он тем самым понимает, перед кем он находится. Да? Человек приходит и говорит то, что ему нужно. Не давай себе отчет до конца, с кем он разговаривает. Но если человек секунду остановился, и он начинает благодарить Всевышнего, он постепенно в его сознании проясняется, укрепляется понимание, перед кем он стоит. И когда он молится Всевышнему именно с этой позиции понимания, тогда его молитва называется служение. Вине гама корбанот ве гама тфила хем авуда вдовим хем зе лезе корбанот авуда бемасе тфила авуда шевелев. Это то же самое сравнивается служение Всевышнему молитв как жертвоприношение. Жертвоприношение – это практическая заповедь, а молитва – это заповедь сердца. А вот это корбанот пашучи им йохедет рак лелоким леваду. Шебен адам лехаверо аф им тен лехаверо мирова ава вараха матанот кесеф и зав. Ах леолам ло якрив лехаверо корбан бирде ларот ло авато о мессирут элав. ורק אם עשה עבודה זרה ומייחס לו אלוהות יקריב לו קורבן. רב פינקוס тут останавливается и поясняет нам. Есть разница между тем, как человек относится к своему ближнему, к другому человеку, и тем, как он относится к Всевышнему. То есть только по отношению к Всевышнему существует такое понятие, как жертвоприношение. По отношению к человеку, даже если человек очень любит кого-то и восхищается кем-то, он может дать ему дорогие подарки, может благодарить его или сделать ему что-то необыкновенное, чтобы его порадовать, но он никогда в жизни не будет приносить ему в жертву этому человеку. Но только в том случае, если он не признает за ними или представляет, что у того человека есть какие-то божественные задатки, тогда он начнет приносить ему жертву. Но тогда он его, естественно, превращает в идолопоклонство, то, как он относится к этому человеку. «Вэйн шаях зэ лолам бэн адам лахаврот». Такие отношения, что человек принесет другому человеку что-то в жертву, не бывает такого между людьми. «Вэхоль вэклальгу шиколь маком хаеха кодмим». Да? То есть бывает такое, что человек из-за того, что он кем-то очень восхищается, кого-то он очень любит, у него есть потребность принести себя в жертву для этого человека. Но говорит Рав Пинкус, твоя жизнь прежде всего. Да, есть такое понятие «патори хаеха кудмим». Человек может делать кому-то очень много добра и очень много милосердия, и просто приносить себя в жертву, образно говоря, для другого, и стараться из этих сил, и бегать для него, и жить только ради этого человека. Но есть граница этому. Какая граница? Твоя жизнь дороже всего. То есть человек должен знать и приступить ради другого человека какой-то минимум, то, что там, где уже начинается, кончается его жизнь собственная. Даже есть такое... Раби Акива приводит такой пример. Если двое человек идут в пустыне, и у одного кончилась вода, а у другого осталось еще немножко воды. И если тот, у кого осталась вода, он даст это своему другу, то ему самому не хватит. Да? И ясно будет, что он погибнет в пустыне от жажды. Так что сделать? С одной стороны, есть заповедь помочь этому человеку. Если он даст ему воду, тот выживет. А на его глазах он может умереть. Но, с другой стороны, если он ему даст, то он и не останется у него самого, и тогда он сам погибнет. Раби Акива приводит правило «Хаяха кодмим». Твоя жизнь, она дороже в данном отношении. Почему? Потому что жизнь человека – это не его собственность. Жизнь человека – это не что-то, что он сам себе заработал, и он может иметь полное право распоряжаться тем, что у него есть. И жизнь человека – это подарок, который дан ему Всевышний. Не в плане подарок, что это теперь его. Это на временное пользование. Да? Мы все получили нашу жизнь от Всевышнего на временное пользование. После того,
как мы проживаем свою жизнь, Всевышний забирает обратно у человека эту душу, и человек естественным образом кончает свое существование на этой земле. Но только Всевышний может решать, когда забрать душу у человека, тем самым ограничив его существование на этой земле. Сам человек не может свою жизнь отдать кому-то другому, это не его. Человек не может дать вещь, не принадлежащую ему, кому-то другому, это не его. Всевышний говорит: я дал эту жизнь тебе, ты должен ее жить сам. והכלל הוא בכל מקום חייך הקודמי, ורק למישהו אלוקות, ואין סופיות צריך לבטל נפשו אליו, עד כדי הקרבתה על מזבח עבודתו. У каждого человека есть в душе потребность приносить себя в жертву. Рав Пинкус говорит, что это возможно только когда человек приносит себя в жертву или чувствует это по отношению ко Всевышнему. То есть душа, она спустилась в этот мир как часть Всевышнего. Поэтому и тяга ко Всевышнему, и тяга к чему-то большому и возвышенному и совершенному, она существует в душе человека. И когда человек приносит себя в жертву или чувствует такую потребность, он получает очень тонкое, очень глубокое удовольствие. Но люди очень часто на протяжении всей истории, чувствуя эту потребность души, приносили себя или свою жизнь в жертву другим богам. Или мы это видим часто на протяжении истории, приносили в жертву свою жизнь за какую-то идею, или ради какого-то движения, или ради какой-то миссии. Да? Человек чувствует эту потребность, и он распоряжается своей жизнью, как будто это его, но это не его. בודעת התפילה היא על אותו משקל ממש, היינו שמכיר בליבו ואית בתלותו לאלוקותו התברך. Да? То есть молитва по своей сущности – это понимание того, что есть Всевышний, не ограниченный ничем и никак и никогда не ограниченный человек, по отношению к нему чувствует собственное несовершенство и то, что он не идеален, и ограничение своих возможностей. Лейхолто вецмото бильти бала тахлит. Шарая ве коль махсурав муфкадим эцло идбарах. Ве рак бейфшаруто идбарах лималам. Да? То есть человек понимает, что и его жизнь, и все, что у него было в жизни, и все, что у него будет, и все его имущество, и все его возможности, и все его физические или моральные, или душевные возможности, это все находится у Всевышнего, и если у него есть в чем-то недостаток, только Всевышний может это ему восполнить. Да, когда Всевышний человек, простите, понимает, в какую позицию он относится по отношению божественно, тогда он естественным образом благодарит и восхваляет Всевышнего за все добро, которое тот ему сделал в жизни. Бакаша леват – просто просьба по отношению к Всевышнему. Ширак митоха кара, шаль коль паним ешкан миши биядо лазор ло, кедерах амавекеш ани меашир вахуле меаруфе, меби лияхес лем коль элинут велукут, и мевакеш мекадош Баруху бото офен, эн бакаша зу хашува авота. И говорит Рав Пинкус такую вещь. Человек может обратиться к Всевышнему, попросить его о помощи. Да, точно таким же образом, как и бедняк просит у богача, или взаймы, или в подарок. И точно так же, как пришел пациент к врачу, и у него есть какое-то недомогание, он просит, чтобы врач ему помог. И сама по себе эта просьба, Всевышний ее выполнит, если человек просит, ему это нужно, Всевышний выполнит эту просьбу человека, потому что он хочет, чтобы человеку было хорошо, если человек просит. Почему нет? Но чего здесь не будет? Не будет здесь служения. Человек пришел, попросил, получил, ушел. Служения здесь нет. Есть просьба, просто просьба, которую выполнили. ולכן צריך קודם לסדר שפחו של המקום ורק אחר כך יתפלל. То есть человек, который действительно хочет, чтобы его молитва была не просто пришел, попросил, получил, а действительно она была часть
отношения со Всевышним, часть служения, часть его духовной работы, сначала он должен перед тем, как просить о своих нуждах, восхвалить или поблагодарить Всевышнего за то, что у него уже есть. Враг им ковель от смокодом шуомед лифней луким. ולידי סידור שפחו גם קובע בלעלו מיהו אלוקים, מהו אלוקים, שאין זה רק בעל כוח בעלמה מהסוג שיש בעולמנו, תשתו דיות שלווקו תקוע את נשני, שאתה סנצ'אלה, פרצים כך פרסית את שומתה, און וסקוולי את סיבושניו. שתו, תם סמם און פנימאית, סברז'אית, שתו, ופסיבושניו יש פרצים, перед кем он стоит, это божественная сущность. Это не просто кто-то, кто может выполнить его просьбу. Шейдзерак баль кох баль мамя сук шиеш баломейну, да? Не просто и кто-то, кто может, имеет возможность выполнить то, что он просит. Один и может помочь в финансовом отношении, другой может помочь в физическом смысле, кто-то еще может помочь еще в каком-то смысле, а Всевышний может помочь в этом смысле. Да, он просит у него. Но когда он благодарит, он понимает, что Всевышний не только просто возможность помочь ему в чем-то. Но он понимает и в своем сердце освобождает место для понимания, что есть тут божественная сущность. И каждый человек понимает это по своим духовным возможностям. Юдея вехат мисудота вода и симха. Рав Пинкус говорит, известно, что основа служения, мы можем думать, какая может быть основа служения? Наверное, разные формы, да, если мы можем вспомнить, какие формы служения или службы мы видим. Ну, наверное, пунктуальность, или, может быть, и ответственность, или, может быть, и еще какие-то важные качества того, чтобы видно было, что этот человек действительно серьезно выполняет все, что на него возложено. Если нас спросить, в чем, собственно, основа служения, да, в чем основа любого служения, кому бы то ни было. Но Рав Пинкус говорит, нет, это совсем не так. Служение Всевышнему – это не служение, это не служба, как человек приходит на службу, да, или он служит в армии, или служит в какой-то организации. Основа служения Всевышнему – это радость. К Моше Катув, как написано в Тейлим, служите Всевышнему в радости. Еще написано в книге Дворим, «Тахат ашер ло ават, это шим элокеха бисимха, увитув левав, миров коль». Да, в книге Дворим написано, почему был один из моментов еврейской истории, почему Всевышний разгневался на еврейский народ, потому что очень много было моментов, почему они и недостаточно действительно служили Всевышнему, и было много недостатков в их действии. Но и это Всевышний причисляет это по мере возрастания. И самое последнее, то, что евреи сделали так, как нужно, мы можем подумать, ну, это, наверное, было что-то чудовищное, что они не сделали. Самое последнее, оно очень удивительно, то, что написано. Самое последнее написано, из-за того, Всевышний разгневался, из-за того, что вы, да, тахата шерловат, то есть тут написано вы, обращение ты, из-за того, что ты, к каждому конкретному человеку есть обращение, из-за того, что ты не служил Всевышнему в радости. Это самая большая претензия к человеку. Омнам бемет, мильвад маша симха и сод ва алаха ба вода. Кроме того, что радость – это основа работы, основа работы в плане служения Всевышнему, основа работы, шицарих леурер симха кашер вудим лифнешем, что человек должен постараться привести себя в состояние радости, когда он служит Всевышнему. Одитер и симан ля вуда, но это первый признак того, что человек действительно служит Всевышнему, а не чему-то другому или занят чем-то другим. Дима я юдея это пируша пашут битер шель шмоид барах веато верахамим амунахим бо. Если бы человек на секунду остановился и задумался, и разобрался, самое простое понимание, есть известно, что у Всевышнего есть несколько имен, да? Не просто
имена, а каждое из имен, оно выражает какое-то влияние, да, какой-то аспект влияния Всевышнего на этот мир. Если бы человек разобрался, что, какая глубина, какая высота, какое значение есть в каждом из имен Всевышнего, несомненно, тогда бы его сердце наполнилось радостью, потому что он бы понял и оценил, сколько добра и сколько милосердия заключается в каждом имени. «Ившара я бы мецеют шелой тмале бы симха». Моше им тире адам, а олех перхов марим кис, шата йодеа, ше ешбу отцар ше зови. В каком плане Рав Пинкус приводит пример этому? Да? Если мы видим, что человек идет по улице, не, ну, скажем, это пустыня, да, или очень пустынное место, где почти нет прохожих, или вообще их нет совершенно. Человек идет по улице, и вдруг он увидел, написано, назовем это кошелек, да, кошелек или какой-то узелок, узелок с деньгами. И он открывает этот узелок, и видит, что там есть много золотых монет. Им эйн вэмарэпа навшалю то иш коль сину всемха. Если мы видим, он раскрыл этот узелок, посмотрел, там золотые монеты. А? Ну что, шел дальше. То, если мы увидим это со стороны, мы поймем, что у этого человека не все в порядке. То есть он не знает, что такое золотые монеты. Он обычный человек реальный. Он посмотрит и он обрадуется, он удивится, он придет в какое-то движение души у него возникнет в связи с тем, что он увидел, что он нашел. То есть у человека, ну что? Да, можно понять, что он совершенно не понимает, с чем он столкнулся и что он нашел. И то же самое, если человек, разговаривая с Всевышним, не испытывает никакого движения души, это признак того, что он не понимает, с кем он разговаривает. וכך בתפילה, כשעומד לפני דברך שמו, בטבע או בהכרח שיתמלא בשמחה גדולה. Если он только подумает на секунду, или даст себе какое-то время сообразить, с кем он разговаривает, о чем это говорит, то, что он стоит перед Создателем мира, неизменно в его сердце придет какое-то движение, он испытает радость, он испытает волнение. Есть тут сноска, которую приводит Рав Пинкус в своей книге. Но перед этим я бы хотела вернуться к тому, что тут написано, что если бы человек знал самое простое понимание, хотя бы поверхностное понимание, одного из имен Творца. И о чем это говорит? Приводится пример из Рава Хайма Воложин, да, есть город Воложин, и там был большой раввин 200 лет назад, или 300 лет, 250, может быть, лет назад, не помню сейчас точно, он был учеником Виленского Гаона, и сохранилась известна сгула, то есть, что, о чем идет речь, когда известно, что Всевышний, он центр сосредоточения и источник всех сил, которые есть в этом мире. И когда с человеком происходит какая-то неприятность, ему очень срочно нужно выбраться из какой-то ситуации, или это ситуация опасности, или это ситуация очень сложная, или что-то ему грозит, то сгула, то есть это средство, которое нам известно от Раби Хайма из Воложина, это думать и говорить о том, что Всевышний — это сосредоточение, источник всех сил, и нет ничего, кроме него. Тогда человек укрепляется в этом мысли, он на самом деле наполняет свое сознание этим пониманием, тогда ничто над ним не властно, тогда Всевышний его спасает. Почему? Потому что этот мир создан таким образом, что Всевышний распределяет свое влияние посредством очень многих сил. Да? И мы, живя в этом мире, видим, как работает это, как человек подвержен очень многим влияниям во всех сферах своей жизни. И мы каждому влиянию, каждой силе, каждому движению, которое оказывает на нас воздействие, мы даем ему какое-то значение. Но в тот момент, когда мы понимаем, что есть только Всевышний, он спасает нас, потому что он действительно источник всех сил.
וכל שמות והכינויים והעומק השגה בגדלות הבורא כל אחד אין סופיתו. לא נאמרו לתת ערך לגדלות הבורא מצדו התברך, מצדו התברך, שעליו התברך כתוב, לך דומיית תהילה. Да, Рав Пинкус пишет такую вещь. Известно, что все имена, которые есть у Всевышнего, что это за имена? То, что у него есть много имен, как у одного человека может быть и два имени, или три имени, или у лиц королевской крови иногда будет, может быть, 10 имен. Не в этом смысле, что каждое имя – это какой-то, как мы сказали, аспект влияния на этот мир. Коля Шимоте Векину, имя, все имена, каждое имя, оно, в принципе, выражает глубину добра, который Всевышний обращен к этому миру. Да? Что если бы мы попробовали представить или определить, что такое Всевышний, мы не можем. У нас нет для этого никаких духовных или умственных возможностей. Мы можем только представлять его и понимать его, что он, кто он. Только зная, каким образом он влияет на нас. То есть, например, если мы возьмем пример из обычной жизни, скажем, годовалый ребенок, он может понять кто-то, например, его мама. Да, его мама, она блестящая пианистка. Он может оценить, что его мама блестящая пианистка. Может быть, он слышит, как она играет, и он думает, что она играет для того, чтобы ему было приятно ползать или приятно сидеть. Он ее знает как кто его кормит, кто ему умиляет, меняет пеленки, кто его купает, кто с ним ходит гулять, кто его обнимает, кто его качает, да, и так далее. Он воспринимает маму только как сущность, которая каким-то образом влияет на него. А все аспекты жизни мамы, которые не связаны с ними, которые он по ограничению своего возраста не может оценить, он никак, у него нет даже нет возможности это оценить. Нет никаких, он ограничен в своем понимании. И тоже так же точно мы можем понять, что такое Всевышний, только по тем влияниям, которые он влияет на нас. А если мы хотим на самом деле подумать и сказать определение Всевышнего, написано в Тейлим «Леха думия тейла». Восхваление тебя – это молчание. Да? Лучше, если мы думаем его восхвалить на самом деле, что он, кто он, мы будем молчать. Это вот самое лучшее. דימבנו לשבחו היינו שותקים ותו לא, אלא כל השמות ודרכי השגחה הנוראים, אלא גדלותו התברך בעניין דרכי הטבה והחסד שמשפיע עלינו. Да, то, что мы сказали, все имена Всевышнего, это только возможности добра и милосердия, которые он влияет на нас. וכן, כל השירות והתשבחות שנאמרו על ספר תהילים, שאמר דוד למלך עליו השלום, שהם לבאר גדלות הבורא, что все восхваления, которые царь Давид сказал в книге Тейлим, то, что хотел он отобразить величие Творца, а ину рак пеня на то вам ашпиаля, ину только добро, которое он на нас влияет. Шаколь рак митсад маасав клапейну взеу омек деврей хазаль. И так сказали наши мудрецы, коль ма Давид рахмана летава вид. Все, что делает Всевышний, все к добру. Да? Он то, что обращено к нам, это все только для выражения его милосердия, добро к нам. Поэтому все, что происходит с человеком, это только к добру. Хайну, дехолия навшили кадош бруху боламу, хэма сугио чельтов вэхэзэд. Это только выражение добра и милосердия. И с этим я хотела бы рассказать вам историю. Конечно, каждый человек, можно сказать, миллион историй, то, что случилось в его жизни, что и неожиданным образом он думал, что что-то отрицательное в его жизни происходит, а на самом деле это потом так перевернулось, и все вышло самым лучшим образом. У каждого человека есть миллион историй, каждый день есть, если мы подумаем, их очень много, я хочу рассказать маленький пример. В Израиль приехал... в Израиль приезжает много евреев из разных стран, в течение особенно последних 100-150 лет приехали из разных стран, целые большие диаспоры приехали в Израиль, группы целыми общинами, и в том числе тоже приехали евреи из Йемена. Йеменская община – это уникальная община, есть у нее свои интересные особенности, своя культура. И приехал
один человек, один пожилой, пожилой достаточно человек, и он, немножко освоившись, он хотел устроиться на работу. И хотя он был очень работящий, очень трудолюбивый, очень ответственный, очень старательный человек, тем не менее, он никак не мог устроиться на работу, хотя очень старался, ходил, и просил, и все, что делал, все, что не было. Почему? Был у него один недостаток, который не позволял ему получить работу. И что это был за недостаток? Он был неграмотен. То есть, хотя он дожил достаточно до преклонного возраста, он был не дряхлый старик, но был достаточно только пожилой немного, но не старик. И несмотря на то, что он прожил жизнь, он был неграмотен, хотя это довольно бывает редкость, да, особенно и йеменские евреи, они не только можно видеть фотографии, как сидит учитель Мори, да, во главе стола, и сидят, и стоит, да, сидят на полу или сидят на корточках, и перед ними лежит книга, и с двух сторон сидят две линии, да, сидят два ряда учеников лицом друг к другу, потому что книги были редкость, и одна книга. И эти ученики с одной стороны, они читают, да, как книга положена по отношению к ним, а те, кто сидят напротив, они читают вверх ногами, да, потому что невозможно книгу, да, с двух сторон, книга написана только в одну сторону. И тем самым было очень-очень часто, это свойственно евреям Йемена, они умеют читать не только прямо, но и наоборот. Да? Но у каждой общины, у каждого общества бывают разные люди, и этот человек, о котором идет речь, он был неграмотен совсем. Он не мог устроиться на работу, он даже не мог написать заявление, он не мог заполнить анкету, он не мог выполнить какие-то формальности, которые естественны, когда человек приходит устраиваться. И на самом деле 8 я уже очень нуждалась, а никакого выхода нет. И в один из дней к ним в квартиру, к ним домой постучались люди в штатском. Зашли двое людей в костюмах, и сидели, и устроили ему форменный допрос. И его жена, и он сам очень испугались, потому что подумали, его подозревают в чем-то. Не поняли, что это не просто так любопытство, не просто так люди с улицы. Они устроили форменный вопрос, где, что, когда, со всех сторон, с этой стороны, с этой стороны. Выясняли, действительно ли он не умеет читать, или, может быть, он скрывает, может быть, он умеет читать немного. Но это было в такой форме, в такой какой-то очень напряженно, очень страшно ему стало. Но, тем не менее, он отвечал на все вопросы, которые ему задавали, честно и правда. Он действительно не умеет читать ни одной буквы, он вообще не умеет читать ни под каким образом, ни прямо, ни криво, ни косвенно, ни никак. И что оказалось? Они в результате взяли его на работу. А куда? Это были люди, представители секретной разведки. И в каждом агентстве, у каждого предприятия, в каждом офисе, да, есть всегда бумаги, лишние бумаги, которые нужно уничтожать, и есть машины или какие-то есть предусмотрительные механизмы, которые это крошат или режут на мелкие полоски, так что это невозможно, или крошки, или каким-то образом, да, чтобы уже было невозможно прочитать, и каждое предприятие в связи с характером своей деятельности. Но если идет речь о бумагах секретного агентства, то даже бумаги, которые уже не нужны, на данный момент решили их уничтожить, все равно их читать человеку, не связанному с этим, нельзя. Поэтому не искали действительно того, кто не умеет читать ни под каким видом, ни под наркозом, ни под гипнозом не умеет читать. И они нашли его. И он работал там много лет, и уничтожал и крошил эти бумаги. И именно то, что он считал такой неприятностью, таким недостатком, таким тяжелым ограничением своей жизни, это именно то, что дало ему работу, которая в конце была очень хорошо оплачиваема, и ему он был рад, да. Возвращаемся к книге Рав Пинкуса. И в Шарломар Алав, да усек бавуда у пелах камья мари,
אם אינו יודע מה הוא בורא ומה משמעות הדבר לעבוד לפניו. דעבודה אינה מצווה מעשית כמו לולב, דעל כל פנים לא לבוא בידו, שעבודה אם אינו מתלהב בה אין כאן עבודה במציאות. Да, Рав Пинкус делает развлечение. Есть служение Всевышнему двух аспектов, да, есть конкретные заповеди. Например, человек, женщина зажигает свечи, да, или мужчина, он в праздник Суккот, у него есть заповедь 4 видов растений, да. Он в конце концов выполнит туда, он сделал то, что нужно по отношению к 4 видам растений, он выполнил заповедь. Да, женщина зажгла свечи, независимо от того, что она в тот момент думала, но она свечи зажгла, она выполнила заповедь, да. Но то, что касается всего служения, да, есть другой аспект выполнения заповеди, это то, что в сердце. Если человек не испытывает восторга, он может быть, он в том плане, что служение, он не выполнен это, да, то есть это должно быть только в сердце. Если нет волнения, если нет душевного какого-то движения, нет в этом отношении никакого служения Всевышнему, выполнения заповеди. Вейны, есод решен фила у эмуна. Да? Основа молитвы, пишет Рав Пинкус, это вера. Вера во Всевышнему, да, вера во Всевышнему. Человек обращается к нему с просьбой. Хайну ла амин ши еш буре ла улам. Что такое вера? Простое понимание. Есть творец у этого мира. Владат ша буре гу мицеют каемет ма асит ма машит. Вехая, ло, поход, миколь, мициют, ахерет, амокерет лану. И знать, то есть верить, что Всевышний создал этот мир, и знать, что Творец, Он реальность, существующая, конкретная, реальная, живущая, ничуть не меньше, чем любая другая реальность, известная нам. Тут есть такой момент. И мне посчастливилось присутствовать на лекциях Рава Пинкуса, когда он еще давал при жизни. И что было интересно, кроме действительно глубины его уроков, это необыкновенная атмосфера, которая присутствовала там. То есть, когда он говорил, сама форма или само влияние этого человека на слушателя было таким, что было ощущение, что Всевышний он здесь находится. Независимо, что он говорил, и как он говорил, и для кого это было, был урок для женщины, или для детей, или для подростков, или для мужчин, или для всех вместе, независимо от того, ощущение было реальности Творца, реальности, практической реальности, как будто ощутимой реальности. אבל עדיין באמת אין זו מובנה האמיתי של האמונה, שהרי עצם ההכרה שהבורא נמצא אינה בגדר אמונה. Но все-таки это еще недостаточно для того, чтобы понять, что такое вера. Почему? Потому что просто само понимание, что есть Творец, это еще не вера, это просто знание. Да, очень много людей, они знают, что есть Творец, знают информация, да? Эле иди апшута венерет балиль, да? Простое понимание того, что есть Творец у этого мира. Да ешарбеш и нам шумим ве и нам руим, а вальми шеквар нефтехой навар и умеатару. Да, есть многие люди, которые не видят того, что есть Творец, да? Он как присутствует в их жизни, делает все, он создал этот мир, но люди этого не видят. Да? Но тот, кто в конце концов видит, он воспринимает это просто как информацию, одна из аспектов реальности мира, в котором он живет. וכל זה הוא ראייה פשוטה ולא בגדר אמונה. אם כן, מה מצווים עלו במצוות אמונה? Это просто знание. Это не вера. А каким образом у нас есть заповедь веры? В чем это нам говорит, что это от нас требует? אלא המובן האמיתי של אמונה הוא להאמין ביכולתו יתברך היא בלתי בעלת תכלית. А что такое вера? Вера – это не знание, как я сказала. Это две разные вещи. Есть знание, есть вера. Вера – это знать, что
возможности Всевышнего не ограничены. Когда человек это понимает, это уже начинается вера. ולהאמין במה שאין כוח בפה לאמרו ולאוזן לשמוע ולא בלב האדם להכירו לברא. И верить, что нет у человека никакой возможности, никакой способности выразить, что такое Всевышний, что такое божественность, и воспринять, да, даже если, скажем, теоретически была бы возможность выразить словами, кто это, но человек не может это воспринять. И в эмоциональном плане, в сердце, он тоже нет у него возможности это охватить. מחמת איזה צרה הרובצת עליו, הוא עצוב ומיואש, הוא קרוב לכך. Если происходит такая ситуация, что у человека очень много неприятностей, с ним случилась какая-то беда, и у него на сердце такая тяжесть необыкновенная, שלדתו אין לצרותיו פתרון, ему кажется, что у его проблемы, у его беды, у его счастья нет никакого решения, нет выхода, в том доходе находится в таких тисках, что невозможно с этим справиться. Нет, нет, нет возможности. Рыбе мед хисарон гадоль ешкан беймуна. На самом деле у этого человека недостаточной веры. Ты има я мамин, ше лелуким петруним, у маше нирало, ше эйн и цавы туши я, а рейле кадош бруху еш альзе эксот, и пшутот у масиот лоцо мясвах. Да, почему? Потому что если бы он верил, а вера, как мы сказали, то, что перед Травпинкус, это понимание, что возможности Бога не ограничены, нет ничего, что ему не подвластно. Если бы он это понимал, то он бы не ощущал себя в таких тисках. Он понимал, что в любой момент Всевышний, у которого нет ограничений, может ему создать или открыть глаза на выход, простой, реальный, выйти из этого ситуации, из этого положения. שהרי גדול הוא למעלה ממה שיכול לתפוס בקטנותו ואין חקר ליכולתו. Да, что человек при всех его возможностях интеллектуально, духовно и душевно, все-таки он ограничен в своем понимании, и он не видит того, что происходит, не видит всех возможностей, которые есть в его жизни, которые могут указать ему выход. משל לחולה מסוכן, השוכב על ארז דווי. עצוב ושבור בנפשו ביודו שהרופאים התייאשו מחייו. Пример с больным человеком, который находится при смерти. Он лежит, от него отказались врачи, и у него в сердце страх, горечь и отчаяние, потому что он понимает, что его дни сочтены. והנה שומע הוא שהגיע לעירו רופא מומחה, יודע לרפות מחלתו. הרי רק לשמוע אוזניו מתמלא לבו בתקווה ושמחה. И тут он услышал, этот больной человек, краем уха, что в его город приехал мировой светило в медицине. Да? Именно тот человек, известен во всем мире как знаток, человек, который, это именно болезнь, которую страдает, это именно это его специализация в медицине. Только услышав это, он уже... И в сердце чуть-чуть появляется надежда, чуть-чуть, потому что, а вдруг, да? Вафилу имейною дейме скимару фэля войлав. И даже если человек, он не представляет вообще, а этот врач, он согласится к нему прийти. Вибемет вихольто. И может быть у него действительно и возможность это вылечить его нет. А валь эцем зига типа, но маленький лучик надежды, который пробудился в его сердце, даже он сомневается до конца, может быть ничего из этого не получится. Квар. Мисамахат и умешанает аргашату. Но уже этот лучик надежды, он уже пробуждает в нем и немножко свет в его душе, и уже у него изменяется выражение лица. Шититахенру фуалеманху, то, что возможно, все-таки возможно, а вдруг есть какой-то выход, и есть какая-то возможность вылечиться. Веки. Миша царих лешалем хов гадоль толзман кацар. Или человек, которому нужно выплатить большой долг в течение какого-то короткого времени. Вылибуаться, и у него в сердце такая тяжесть и такое беспокойство.
שאינו יודע מאן ישיג סכום גדול וזה בכמה שעות. Он не знает, откуда достать такую сумму за несколько часов. Откуда? У него нет такой возможности. Раим лифета ишма шеге ахат минкара ваамид левен хаса. Если вдруг он услышит, то в его город приехал один из его давних друзей. Этот человек, его давний друг, он богатый человек. Квар и рель панав зиклив. Он уже услышал, да, он приехал. Что, действительно, правда приехал? Уже увидите, на его лице изменилось выражение его лица. Дагами миною деймем нам яцлих. Даже он не уверен, вообще этот человек подавний замок захочет ему дать деньги, а может не захочет, может они вообще не смогут встретиться. Но уже есть какая-то надежда. Рель фанейну шим отама нашим. И вот, перед нами, если бы эти двое людей, тот, кто болен, и тот человек, который должен денег, а юма меня божим, если бы они верили во Всевышнего, даже сомневались, так верили, так сомневаясь, да? Шебихолтой барах лимцо питарон ле бейотэм. Сомневались, могут ли Всевышний найти решение, какой-то выход из их ситуации. Рей гам кшенир э лихора бейнам тибьёт шамацав авут. Даже что в практическом смысле может показаться, что нет выхода, нет, никак невозможно выйти, найти решение. Но если бы они даже верили Всевышнего сомнением. Хаюм итмалим бисимха битхуна башим дбарах бьюшам. Но если бы они верили чуть-чуть, представляешь, что Всевышний может их выручить, уже они бы думали, а вдруг Всевышний может мне помочь. И случается у человека, который верит в то, что Всевышний слышит его молитву. Да, и он знает, человек, что Всевышний его слышит, и он... Шофех либо есть такое выражение, как будто он изливает свое сердце. Да, изливает свое сердце. Например, есть человек, которому он верит, который знает, что он его любит, ему так тяжело, он изливает и рассказывает, как ему тяжело, и как ему сложно, и как ему невероятно, и как, насколько он в отчаянии. Да, вомер, и он говорит Всевышнему, да? Как своему хорошему другу. Всевышний, ой, кама марлю, кама, ой, Всевышний, как мне плохо, как мне горько, на каком я отчаянии. Нет никакого выхода из моего положения, невозможно, это ужас, ужас, в котором я нахожусь. И так он продолжает и продолжает изливать свое сердце. Да, со страхами, со страданиями, с возрождением и отчаянием. Может показаться со стороны, это такая молитва, такая невероятная, невероятная сила молитвы. А валями то, что давар ешкан хашаш, лапикорсо суквера. Дарай омеду лифны бур о умахриз де эйн питаром на мацаво. Да, сестра, мне кажется, такая молитва. На самом деле пишет про вкус. Есть тут сомнения, а вообще этот человек верит во Всевышнего, потому что он стоит перед Всевышним и разговаривает с ним. У него неограниченные возможности. И он ему заявляет Всевышнему, нет выхода, я в таком отчаянии, такой ужас, в котором я нахожусь. Дима, я бы иметь мамин, если бы действительно верил во Всевышнего. То есть, что значит? Он понимает, что Всевышний неограниченный возможности, неограниченное его милосердие. Боятся орех, что умерли, медоверли, фнарабля. И когда бы он стоял и говорил со Всевышним, шетит нуцес помахшева, чтобы у него возникла, он говорит, вообще возникла у него мысль такая, промелькнула. А Рэми, допер, они ли фанэй, Миши, Коля, Петр, я же говорю с тем, у которого выход из всех ситуаций. Вода еще ешь, Петр, он гамшвили, ну, наверное, и для меня найдется выход. Машаль. Для Миши царих альва гдулами абан. Например, кто-то, кому-то нужна очень большая, крупная альва. Альва, как это сказать на выйде? Заем. Да, кому-то нужен большой банковский заем. И он не может никак договориться с директором банка о встрече. Если бы он знает, что если бы он только договорился о встрече, он бы встретился с директором банка, он бы ему объяснил ситуацию, возможности, какие, да,
все, все, что с ним происходит, он точно уверен, он знает. Выслушав его, директор банка точно, точно бы дал ему заем. Да, это совершенно точно. Он знает, что он знает этого человека, он знает, и он уже с ним не первый раз договаривается, он знал, он бы ему дал. Шаюнут нимло, если бы ему дали только поговорить с ним. Короткий разговор. Вода ямера хэмала. Директор банка, он пошел бы ему навстречу, он в этом уверен 100%. И вот тут бэмикрэй. Но сэу бэ отобус упэтэх вэсиха имя адам ишэв лиядо. И тут он, этот человек, которому нужен наем, он едет в автобусе, и рядом с ним сидит другой пассажир, и он начинает с ним разговаривать, познакомился, начинает с ним беседу, и он ему, ну, как люди, которые встречаются, даже у них встречаются случайно, иногда они начинают рассказывать и обсуждать о своей жизни, что происходит, и он ему рассказывает, вот я в такой ситуации, сейчас прямо не знаю, как быть, я никак, мне нужен такой заем, такая сумма денег, никак не могу договориться о встрече с директором банка. Упитом, умахин, шизе аишу беэцеминель ацмо. Эзи симхамит парецит балибо брегазе. И вдруг только там разговаривает, он так понимает, ой, секунду, это же директор банка, я его не узнал, это же он здесь сидит рядом со мной в автобусе. Викан кукшимидабера адами буре маскиричмо. Точно так же, когда человек разговаривает с Всевышним и упоминает его имя. Имрак яхшов ларега мапи руш мой бар. Если он секунду подумает, что значит имя Всевышнего. Он в тот момент, когда он должно в его сердце должна вспыхнуть огромная радость. Ой, какое везение, какое чудо, как здорово, какое совпадение. Вот тот человек, который мне нужен, именно тот, кого я ищу. Я его случайно встретил в синагоге, случайно я с ним говорю, и вдруг оказывается, что это Всевышний, который может все. ותפילת שמונה עשרה, אותו שאני מדבר איתו עכשיו, я с ним говорю сейчас, и как раз его-то я ищу. И וגם עוזר לו לכל מי שרק מבקש ממנו, известно, что я его как раз ищу, и он именно тот, кто всегда помогает тем, кто у него просит. Что такое радость? Асимха. Ина ахат мипиолота нефиш о микре шукуреба. Объясняю, например, что такое радость? Да? Мы говорим, что сейчас нужна радость для служения. Что такое радость? Пишет Рав Пинкус. Это не движение души, и это не что-то, что случается с душой. А что это? Элеги эцем тхунат анефиш бетив'а. Что такое радость? Это именно свойство души. Не действие. Да, что человек может что-то делать, но это ему не свойство, но может это делать. Да? Тоже так же человек может душой совершать какое-то движение души, но это ему не свойственно. Да? Или что-то с ним случается. Вдруг что-то произошло, ой, какая радость. Нет, говорит Фитбус, на самом деле это свойство души, радость. И нет ничего, что... Удивительная вещь, пишет Фитбус. Нет ничего, что могло бы изменить это свойство души, и она бы отстранилась от радости. А нефишние целая миломотелю ним. Как и такое мышь? Мы знаем, что люди не всегда находятся в радости. И есть, да, есть очень много того, что мешает им радости, и они просто не вылезают из плохого настроения. Как же можно сказать, что радость — это свойство души, это не что-то, что случается? Но на самом деле, если мы понимаем, что такое душа, ее... Есть много-много-много уровней души, и ее верхний самый уровень находится в высших мирах. Шеколь мецютам и атава шлемут витаногим шель душа. Что такое высшие миры? Реальность высших миров – это добро и совершенство, совершенство святости. Что-то, понятие, которое... Тяжело нам оценить, что это такое. Вокольт хунато ламот аген и симха. И основное свойство высших миров – это что? Это радость. Вараяльзы. Дело мацану бихазаль баавудотам шелям лахим вокольт цва шамам зилат шира. И доказательство тому, что мы не нашли ничего, пишут наши мудрецы,
свойство ангелов это что? Это песня, песнопение Всевышнему. Вен шират элюним, кмо адам ашар меорер бацмо, аргашим шель шира бейт габро, аль аргаша элюним, аргелим. Но песня ангелов, она принципиально отличается от песни людей. Что когда человек поет, он хочет, чтобы у него хорошее настроение, да? И он начинает, например, напевать, и таким образом он напевает, у него улучшается настроение, оно становится лучше, чем обычно, да? Или что-то с ним случилось, ему напевает, ему приятно, он тем самым немножко его барометр, его настроение поднимает над обычным его уровень. Эла, да, шира васимхай эцем мицеют амалах. Но радость и песня – это реальность ангела. Это из чего ангел состоит. Реальность, песня и радость. Шиколь мицеюто ина эла шира васимха башем ильбарах. Веках у баадам денешмат адам. И также в высших сферах души человека. Кши бецурота тевит, что она в своей естественной форме, в своей изначальной, в своем изначальном творении душа человека, она прилеплена к Всевышнему. И хозерет ими мелилет хонта ацмит, угуэшет ими симхана. Ее естественная радость, поскольку она рядом со Всевышним, ее естественное ощущение – это радость. Вейны. Амахшава ба ашем викиюм шевит ашем ленигди, удвикут векешер ла ашем бифуаль. Моше Беер Рамбам, Бамуре Невухим, Шебену Бептиха, Шебезман Ауним Цаадам, Мойт Барах, Вакадош Боху Иту. Так, когда человек разговаривает со Всевышним, когда мы можем понять, где душа человека находится, в том, в чем занята его мысль. Да, что когда человек находится со Всевышним, его мысль занята Всевышним и разговором с ним, то там находится его душа, там, где его мысль. Там, где мысль человека, там его духовная и душевная сущность находится в тот момент. Так он к нему обращается в реальности, ко Всевышнему. В тот момент, когда он ко Всевышнему обращается, он в какой-то мере его душа отступает от этого мира, от этого приземленности этого мира и приближается ко Всевышнему. Его душа в тот момент, она связана со всеми ангелами, которые поют песню Всевышнему. Весимха двикутам бамецют башем, виколь ацмам, симха вешира ветанук. Да, что их самое большое удовольствие, их и самое большое удовольствие души человека это быть рядом со Всевышним. У безе немца пешера тмия гдула. И ах, и в шарлице вот аля симха, баре симха и аргаша, ба мимеле. И тут в письме пишет, известно, есть заповедь служить Всевышнему радостью. Но, секунду, как можно человеку дать указание, дать такую заповедь, радуйся, вот радуйся. Как можно такого человека потребовать или такого от него ожидать? Ну, человек очень многообразное движение души, и кроме радости он испытывает миллион разных свойств, чувств, ощущений. Нет, радуйся, как это может быть? А симха эргаша бемеле, да, человек бывает, что он вдруг испытывает радость, ну, бывает. Вим эйна лев бесимха, маю иля цивуй альках. Если человек, ну, не чувствует он радости, ну, что ему поможет, что она заповедана? Что ему это даст? Ре эйна лев беядейну лотетой лев минсонью. Сердце наше, сердце человека, да, или другим словом, наш эмоциональный мир, он не в наших руках, да, можно его сдвинуть вправо или его сдвинуть влево, он там свои механизмы, эмоционального мира человека, как можно сказать, а вот только это чувствую, а вот это не чувствую. Как? Уквар икшуа кадмуним кушиязу аль митцватва авайра. И уже мудрецы древности, они этот вопрос спросили по поводу того, как можно заповедовать любить, или как можно заповедовать трепетать перед Всевышним. Можно указать
человеку что чувствовать? Чувство любовь, а теперь чувство трепет. Да? Странно. Шен мицвот асег мурот. Но эти заповеди, любить Всевышнего и трепетать перед ним, это заповеди эмоционального мира человека из Торы. Эх, и в шарлице вот лево веро гамим, эй на лево ой веремела. Да? Ну, сердце нет радости, нет трепета. Ну, и что этому помогло бы тирцу? И как они это объяснили? Ша мицва и ласот масимам вим ледеава вера бехрах. И как объяснили мудрецы? Человек делает что-то, какие-то конкретные действия в этом мире, что приводит его к радости или приводит его к трепету перед Всевышним. Как катава Рамбам Бейсудев, и так написал Рамбам в книге Исудея Тора, и это его язык. Яха дерах лавато вирато, бешаш ядбонен адам бемасав убруав нефлаим вагдолим. Как можно человеку указать любви или трепещи, но если человек подумает и оценит и раскроет глаза по тем вещам, которые Всевышний создал в этом мире, тогда обязательно в его сердце будет закратиться, да, такое чувство восхищения, или любви или трепета перед Всевышним. Когда человек возьмет что-то, что создано Всевышним, и рассмотрит это со всех сторон, он увидит мудрость, неограниченную мудрость, которая находится в этом творении, тогда он может на секунду понять, перед кем он находится, в мире кого он живет. Мияду эву мишабеху меферу митавета авагдула леда шема гадоль. В его сердце возникает лучик радости, лучик трепета и лучик желания познать и понять, кто Бог. И знать, что его, кто, что за имена и что, как он влияет на этот мир. Как амар Давид сам а навши лелуким лекель хай. Так написал царь Давид: «Жаждет моя душа познать Всевышнего живого Бога». Шамехашев даврим элу ацман, мияду ниртами ахураву вивхад. То есть человек подумает секунду, кто такой Бог по отношению к нему? К нему? Кто это? Если он подумает секунду, на самом деле, по мере своих способностей интеллектуальных, кто такой Бог? Тут же он почувствует какой-то трепет. Умемели зоги гам хиюва симха. Шим хава ваира таву гама симха бейхрах. Шизоги тхунат анефиш бетивах. Кашер двика лак душа. И когда человек даст себе возможность задуматься и понять, в мире кого он живет, и он испытает такой проблеск любви к Всевышнему, который создал его, создал этот мир, наполняет этот мир светом и мудростью, и в его душе возникнет трепет, то неизбежно, пишет Рав Пинкус, возникнет в этом в его душе тоже лучик радости. Почему? Потому что тогда его душа, он почувствует, насколько она на самом деле вылеплена из высших миров. А в высших мирах основное чувство, которое там, это радость. Когда она, душа приблизится к Всевышнему, она наполняется чем-то очень, очень сильным, очень глубоким, то человек даже не может до конца ощутить, но это чувство, это радость. Выхузарит лемацева улемицуюта тивин, да? Душа, когда человек думает о Всевышнем, она приближается к своему естественному состоянию. Векахамру мидай дибри Диври бихводеха хума либи хельдудеха, да? Это строчка из песни, которая поется в шаббат из мизмура. Когда я говорю о тебе, Всевышний, пробуждается мое сердце, и я чувствую жажду приблизиться к тебе. Я желаю вам, чтобы ваша душа была наполнена светом и счастьем, и радостью.
и мудростью. Всего доброго.